Эхо войны. Омские сыщики завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который публично защищал нацистов времен Великой Отечественной войны. В декабре 2015 года 40-летнего мужчину уже осудили за распространение экстремистских материалов. Но после вынесения приговора, оставаясь на свободе, обвиняемый восстановил свою страницу в социальных сетях, где продолжил оправдывать преступления фашистов и ставить под сомнение приговор Международного военного трибунала в отношении главных военных преступников. Сотрудники УФСБ России по Омской области пресекли деятельность экстремиста. За возбуждение ненависти к представителям другой национальности и за попытки реабилитации нацизма Амичу грозит до 5 лет колонии. Есть вероятность того, что во второй раз суд не оставит его на свободе. Он одобрял действия военных преступников фашистской Германии по отношению к одному из народов мира, фактически геноцид оправдывая, и призывал к враждебным действиям в отношении лиц этого народа. Сейчас органы следствия, несмотря на то, что обвиняемый не признал свою вину, объясняя, что он не придерживался никогда таких радикальных взглядов, тем не менее органы следствия собрали объективные доказательства, которые уличают обвиняемого в совершении преступления. В настоящее время уголовное дело передано для того, чтобы решить вопрос о направлении его в суд.